Добрый день! Сегодня приготовлю очень вкусный, сытный суп с мясом гирус. Нам потребуется мясо гирус, картофель, горошек зеленый, кукуруза, сливки, паприка трех цветов, лук, острый соус и приправы. Вначале мы обжариваем мясо. Лук, паприку и картофель нарезаем кубиками. Овощи добавляем к мясу. Перемешиваем, обжариваем 5 минут. Картофель отправляем к овощам и к мясу. Перемешиваем и заливаем водой. Добавляем в суп кукурузу и зеленый горошек. Перемешиваем. В этот суп я кладу всегда острый соус. Перемешиваем. Добавляем сливки и специи по вкусу. Все тщательно перемешиваем и варим еще минут 5. В конце варки добавляем рубленную зелень. И суп готов. Кормим семью очень сытным, вкусным супом. Приятного аппетита!